На профессиональном репортерском сленге термин «бэкграунд» обозначает реальную подоплеку происходящих событий, глубинную суть наблюдаемых процессов и явлений. Здравствуйте, в эфире «Бэкграунд». На минувшей неделе председатель фракции партии регионов в Верховном Совете Александр Ефремов наконец-то вслух сказал о том, о чем многие уже давно догадывались. Судя по словам Ефремова, который в течение последних нескольких месяцев предпочитал держаться в тени и не делать никаких политически острых заявлений, настал тот момент, когда дальше молчать и делать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, просто нельзя. В результате этого давления во фракции начинает нагнетаться ситуация тоже по поводу принятия тех законов, которые раньше мы принимали с большей легкостью, чем на сегодняшний день приходится это делать. В последнее время начала ситуация обостряться в регионах. В результате того, что начало оказываться давление со стороны Российской Федерации, в результате того, что в регионах мы стали терять рабочие места и довольно больших количествах, в результате давления, когда перекрыта граница со стороны Российской Федерации и введены новые условия поставок в рамках таможенного союза, когда предприятия со стороны Российской Федерации отказываются порой от тех контрактов, которые были заключены, мы начали сталкиваться в регионах с тем, что наши избиратели стали задавать нам соответствующие вопросы, а что вы делаете, как в этой ситуации нам быть. И поверьте, это жизненно важные вопросы для людей, которые проживают на данных территориях, а таких территорий это практически половина Украины. Далее парламентский лидер партии регионов крайне нелицеприятно отозвался о поведении эмиссаров Евросоюза, ясно дав понять, что оно его категорически не устраивает. С депутатскими фракциями от оппозиции миссия Кокса-Квасневского встречалась уже не единожды. А самой большой фракцией партии регионов не встречалась ни разу. Почему? Или считает, что вопросы, которые они скажут, мы автоматом будем решать, так это не так. Я уже объяснил, что ситуация во фракции партии регионов среди депутатов зреет с каждым днем, и она довольно серьезная. И для того, чтобы решать какие-то вопросы, нас тоже необходимо убеждать. Кроме того, Ефремов обвинил миссию Кокса-Квасневского в том, что их главной задачей является не подписание соглашения об ассоциации с ЕС, а освобождение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко из тюрьмы, что, по его мнению, неправильно. При всем уважении к Александру Ефремову, известному принципиальностью своих взглядов и последовательностью в действиях, трудно предположить, что такой беспрецедентный демарш является его личной инициативой, не согласованной в самых высоких инстанциях. Таким образом, налицо явная эволюция в позиции правящей партии, а говоря шире, государственного руководства Украины в отношении перспективы подписания соглашения с Евросоюзом. Сегодня становится предельно ясно, что весь смысл евроинтеграционной затеи Брюсселя и его вашингтонских кураторов сводится к избранию следующим президентом Украины Юлии Тимошенко, которая, будучи на все 100% управляемой западными кукловодами фигурой, через ее известные связи с надежно припрятанным за океаном главным свидетелем и подельником Павлом Лазаренко, гарантирует Западу решение ключевой для него геополитической задачи на евразийском пространстве – полного и окончательного размежевания Украины и России с перспективой развития глубокой и долговременной конфронтации между этими двумя крупнейшими фрагментами славянской православной цивилизации.
Таким способом планируется поставить жирный крест на попытках России вновь стать равновеликим Западу мировым игроком и принудить Москву к выполнению роли полностью подконтрольного инструмента в антикитайской стратегии того же Запада. Соответственно, ныне правящим в Украине политическим силам и лидерам отводится незавидная роль жертвенных баранов, ритуальным закланием которых должна быть украшена церемония инаугурации нового зиц-председателя Украины Юлии Тимошенко. Об этом на Западе уже сегодня говорят практически в открытую, прозрачно намекая на то, что если Евроассоциацию не подпишет Янукович, то ее подпишет в 2015 году уже другой украинский президент. На таком зловещем фоне готовность представителей правящей ныне политической силы собственноручно вести дело к столь грустному для нее финалу тает буквально на глазах. И жесткое заявление Александра Ефремова – наглядное тому подтверждение. Вообще, надо сказать, что сегодня у руководства Украины есть все моральные и правовые основания для того, чтобы послать этот обнаглевший Евросоюз к чертовой матери. Уже одно то, что эти еврогоспода ставят судьбу большой европейской страны в зависимость от личного будущего одной весьма сомнительных достоинств персоны, и с этой целью буквально шантажируют Киев и предъявляют ему ультиматумы один унизительнее другого, уже одно это должно поставить крест на любых переговорах с этой бандой вымогателей, которые уже сегодня демонстрируют свое полнейшее пренебрежение к суверенитету и достоинству Украины как независимого государства. Тем более, что все домыслы насчет жизненной необходимости для Украины срочных западных кредитов, получение которых возможно только при условии полной капитуляции Киева, в действительности не стоят и выеденного яйца. Кабальные западные кредиты, которые все равно ничего не решают, потому что их придется отдавать, да еще и с процентами, могут быть уже завтра заменены практически аналогичными суммами, причем безвозвратными, которые Украина может получить от сближения с Россией и таможенным союзом. Таким образом, по мере приближения Украины к тому геополитическому Рубикону, в которой на глазах превращается Вильнюсский саммит, в руководящих кругах нашей страны все больше усиливаются сомнения в правильности взятого курса и сделанных ставок. И эти сомнения, на наш взгляд, носят настолько основательный и всеобъемлющий характер, что мы будем очень удивлены, если Украина в таких условиях что-нибудь в этом Вильнюсе подпишет. Если, конечно, Запад в последний момент не капитулирует перед Киевом и не сдаст Тимошенко со всей ее политической прислугой, согласившись и впредь иметь дело исключительно с нынешними хозяевами Украины. Но такой вариант Западу ничего не даст, поскольку в этом случае полноценного контроля над Украиной он не получит, а следовательно и задача ее окончательного отрыва от России решена не будет. Поэтому у Запада на самом деле особых вариантов нет. И он скорее пойдет на срыв соглашения и организацию силового свержения нынешней украинской власти, чем согласится договориться с Виктором Януковичем на его условиях. Итак, момент кульминации и драматической развязки стремительно приближается. Юрий Селиванов, аналитическая программа «Бэкграунд».